Все закончено. Да. Полистай рисунки, что у нас сегодня получилось. Так, это я. Это натюрморт. Это панда Юлина. Можно в любом смысле вообще. Клевый. Это уже мое художество. А это как? Вот это кто? Это Шойгу в бинокль смотрит. Шойгу. Ну это подставка. А это была подставка, все. Все что ли? Да. Только мало нарисовал за твои где рисунки. Ну там все. А, ну покажи свои рисунки. Что ты сегодня нарисовал? Чадао, чай не будет. А это? Пытался дракона писать. Вот. Креветка. Креветка. Еще что? Вечность. Вечность. Панда. Панда. Пытался дао. Бамбук. Бамбук, что тоже клевый себе. Вот горы. Очень пытался. Вот большой ромб. Вечность. Большой чадао. Чайный путь. Это сейчас ты сегодня нарисовал? Да, это энергия Ци. Дракон. Прана. Дракон в традиционном стиле. Хорошо. Дракон в скорописном стиле. Счастье. Ого. Да. Всеобщий. Ну, либо Путин. Как? Путин. Путин? Ну, это иероглиф переводится как всеобщий, но он входит в фамилию Путин и Пушкин. А, интересно. Путин. А, то есть Путин при помощи этого... Да. А, дословно фамилия Путин с китайского переводится как всеобщая столица. Путин. 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 А Пушкин Хосидин. Понятно. Примерно как всеобщая надежда на золото. Ну все, отлично мы сегодня порисовали. Так что. В следующую субботу опять играем. Играем или рисуем? Да, поиграем. Поиграем. Хорошо. В следующую субботу играем. С едой все обучать. Ладно. Да каждый раз, когда рисуем. Кисточки клевые вообще. О, такие классные.